С добрым утром, друзья! На часах уже больше 6 часов, и предлагаю вам посмотреть обзор на новые планеты для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, друзья, после установки данного мода в вашем мире Майнкрафта появятся новые планеты, которые заменяют текстуру Луны. Это будет просто замечательно, потому что с каждой ночью у вас будет появляться новая планета. Собственно, первая наша планета вот такая, красная, если не ошибаюсь, то это, наверное, Марс. Возможно, друзья, но это не точно. Ладно, давайте смотреть дальше. Собственно, для этого мы ведем довольно интересную команду. Так, time at 20 тысяч. Отлично. Что ж, смотрим на следующий. Это у нас уже... Хотя вот, наверное, друзья, наш Марс, а там, наверное, был Юпитер. Ну и, как видите, качество довольно классное. И, собственно, таких планет просто море, их около 8 штук. И это просто замечательно. Ладно, давайте посмотрим еще на две новых планеты и, наверное, будем заканчивать видео, потому что ничего такого больно прикольного здесь все равно нету. Что ж, собственно, где же наша планета? А вот, друзья, ну это просто супер. Такой огроменный размер планеты я еще не видел нигде, и она проходит такими волнами, это довольно прикольно. Ладно, давайте смотреть следующую и последнюю на сегодня планету. Ну, а остальные планеты вы посмотрите уже сами, потому что не хочу раскрывать всю суть данного мода. Так, и, собственно, друзья, смотрим. Так, а почему у нас появился день? Ха, довольно странно, но, кстати, и солнце здесь тоже было изменено. Оно стало очень ярким. Так, ладно, давайте туда напишем time sit night. Вот так, что-то не так пошло. И, собственно, давайте еще раз повторим. А вот отлично, солнце скрывается и появляется еще новая планета. И, друзья, это просто супер. Собственно, за этот мод вы должны обязательно поставить лайк, а также подписаться на канал. Ну, собственно, друзья, вот на этой планете такой красивой картинке мы с вами попрощались. До скорых встреч!